Я не вот это движение делаю, я скручиваюсь. И здесь у тебя то же самое. Хохмочка, о чем? Вот сюда группируешься и уходишь. Не вот так уходишь. Не вот так тем более. Понимаешь? Потому, ну это как бы естественно. Ты, тебе кажется, что ты руки поднимаешь выше, ты более защищен. На самом деле наоборот. Поднял руки, здесь раскрыт, ты напряжен. К себе руки. Если ты хочешь. Знаешь, вот эту группировку, вот локти, смотри. Оп, вот ты здесь. И вот локти к себе, вот как бы у тебя глухая защита в этой части. Во-во-во. Да-да-да, оп, сразу. Пробей еще раз. Во! До свидания. Вот это уже интереснее. Согласен? Да-да-да, ну, все, пошел, да. Благодарю вас, спасибо. Боже. Вариант выхода из атаки, выход из атаки, самое главное. Не разгруппироваться. Хочется головой, мозг хочет убежать. Это ведь руки задирают сюда не потому, что удобно или комфортно. Психологически просто страшно. Ой, блин, типа голову закрыл. А на самом деле ливер весь открыл. Или наоборот движение, вот по ветке получил такое. А Жошу, да? Руками раз, тот его второй удар кинул, там дал, попал ему справа. В каком моменте? Ноги стоят. Тебя атака идет, ноги стоят, ты подходишь, ноги стоят, тебя атака раз, а ноги не успевают реагировать. И движение головой назад, руки остаются, все, ты открыт. Поэтому приучай себя сгруппированности. Сгруппироваться и уходить, сгруппироваться. Не здесь, в себе. Опущен подбородок, двигался хорошо, провел, оп. Все, ушел. Вот эта группировка поможет вам во всех ваших начинаниях. Во. Конечно, ты не тратишь энергии на сохранение равновесия, понимаешь? Да. Вот. Я думаю, что лучше добавить. Да. И у тебя группировка-то сохраняется. Если вот сейчас уже, смотри, вот опять, видишь, отхожу. Вот с руками. Наверное, 80%, ну я не знаю, процентовку не буду брать, но огромное количество нокаутов происходит, или там нокдаунов, когда человек выходит из атаки, из дистанции. Каким? Оп, голову назад. Типа безопаснее. А группировка исходное положение позволяет твоим рукам. Спасибо.